Фейки, подмена понятий и исторических фактов. Так называемый информационный шум заполнил соцсети. Под ударом оказалась молодежь. Юных курян необходимо оградить от дезинформации, уверены участники встречи. Идей очень много. В частности, можно проводить мониторинг социальных сетей на выявление асоциального контента, проводить воспитательные беседы с людьми, которые не уважают культуру и историю нашего края, нашей области. Опыт очень положительный. Люди задумываются о том, нужно ли это им в действительности или нет. Очень важно сохранить историческую правду не только о далеком прошлом, военных событиях, но ведь надо рассказать историю жизни нашего поколения. Мы планируем открыть летопись истории города Курска. Мы сейчас с моими коллегами, с однопартийцами разрабатываем уже этот портал, он готов. Проект запустят ко дню города. Записи сможет внести любой желающий. Участники встречи также предложили продвигать в СМИ и социальных сетях больше позитивного и образовательного контента и подстраивать его под вкусы современной молодежи.